За минувшие 5 лет Брестский областной ДСА провел полномасштабную работу. Финансово-хозяйственной деятельностью в области занимаются 15 организационных структур. За 5 лет были подготовлены 4 мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта Республики Беларусь, 21 кандидат в мастера спорта, 62 перворазрядника. В автошколах организации обучено более 40 тысяч водителей различных категорий. Для силовых структур государства подготовлено порядка 2000 водителей. Задачи по руководству и управлению всеми видами уставной деятельности выполнили. Но свидетельством этому являются все первых 5 мест в течение 5 лет, первые места по итогам соревнований среди наших других областных организационных структур Республики Беларусь. Ну, а давая конкретную оценку результатам работы, то тут надо, конечно же, иметь в виду, что мы оцениваемся по задачам, государственно значимым задачам, которые мы выполняем. Итак, первое – это патриотическое воспитание населения. В общем, скажу так, что мы приняли участие во всех мероприятиях, которые были инициированы Центральным советом ДОСАВ, местными органами власти, самостоятельно, которые мы планировали и проводили. В целом, это более 500 мероприятий ежегодно. Что касается производства, а у нас это подготовка водителей. Более 40 тысяч водителей мы подготовили. Более 2000 водителей для силовых структур государства. И более 8500 других специалистов для народного хозяйства Республики Беларусь. Ну вот на заднем плане вы видите наши автомобили. Они почти все новые, со сроком, как правило, до 10 лет. И все это необходимо приобретать. Поэтому мы на эти цели потратили 2 700 000 рублей за 5 лет. Приобрели 75 новых автомобилей. В штатных организационных структурах ДСА сегодня работают 36 секций по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. В них занимается более 550 детей и взрослых спортсменов. Капитально отремонтированы мотобольные стадионы в городах Лунинец и Пинске. Построена собственная учебно-спортивная база Брестского городского аэроклуба ДСА. Лунинецкая ГОСДСА – одна из тех структур Брестской области, которая занимается первое – патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка к воинской службе, развитие технических и авиационных видов спорта, ну и подготовка водителей для народного хозяйства. За 5-летку проведена огромная работа по каждому из этих направлений. Ну, наверное, гордость из всего, что было пересказано, это все мероприятия, которые были запланированы не только городской структурой, но и районным исполнительным комитетом по патриотическому воспитанию молодежи. Все были выполнены в полном объеме. Однозначно хотел сказать, что гордость Лунинца, или, можно сказать, визитная карточка, это мотобол. На базе нашей структуры полноценно работают 2 мотобольные команды, одна юношеская, другая взрослая профессиональная команда, которая ежегодно участвует так, как в чемпионате и Кубке Республики Беларусь, так, как в Первенстве Республики Беларусь. Гордостью то, что за 5-летку мы неоднократно становились и обладателем Кубки, и чемпионом Республики Беларусь. Это гордость и достижение нашей структуры. Сохранить и приумножить славные традиции, сложившиеся годами в Брестском областном ДСАФ, продолжить переподготовку специалистов для вооруженных сил Беларуси, а также повысить уровень рентабельности оказания услуг. Вот задачи на следующую 5-летку. А самое главное – соответствовать своему девизу, не сдавать достигнутых позиций, формировать и воспитывать патриотов страны. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Александр Макаревич, Новости Бреста.